6.09, 25 февраля. Комендантский час закончился 9 минут назад, поэтому вышли гулять с собакой. Все нормально. В этом дом, слава богу, целый. Все хорошо. Люди еще сидят в подвале. Сейчас проходил бомбоубежище. Но некоторые уже начали потихоньку собирать свои вещи. Будут вылазить, я думаю. Мы спали у себя дома. Было все тихо. Вон со стулочками расходятся. Было все тихо. Тут в 9 погромыхало сильно и все. После этого было тихо. Ночь прошла спокойно. Спасибо. Живы. Будем надеяться на лучшее. Всем пока. И спасибо за то, что подписались на меня. Всем удачи, всем мирного неба над головой.